В Элисте состоялась интеллектуальная игра для женщин «iMoms». Это международный проект, который впервые появился в степной столице. С каждым месяцем количество населенных пунктов, которые объединяет «iMoms», только растет. В мероприятии приняли участие 130 человек, которые образовали 18 команд, соревнующихся между собой в квизе. В игре также приняли участие предприниматели Калмыкии, которые представили свои призы для победителей и призеров игры. Этот проект международный, он сейчас в 14 странах развивается и 180 городах. И когда я услышала в апреле о этом проекте, я решила привести его в Элисту, потому что логика, развлечения, хороший повод, чтобы выйти, встретиться с подругами и хорошо отдохнуть. Все есть здесь. И я решила начать и привезти сюда, и сегодня это первое мероприятие, пришло 130 гостей, желающих было 180 человек, то есть было очень много людей, которые сюда не смогли попасть. Я вижу, что огромный интерес к этому проекту идет, потому что он уникальный только для женской половины.